часто транскрибируемая цепи-молекул ДНК имеет нуклеотидную последовательность, что обозначает слово транскрибируемая. Понимаете, что вот на этой цепочке идет транскрипция. Если что, вы должны догадаться, что есть еще не транскрибируемая цепочка, которая будет комплементарна. Вот эту, вот тут. Да? У вас в задании могут схитрить и сказать, что дана нетранскрибируемая цепочка. Значит, вам нужно построить транскрибируемую, а только потом строить информационную. Вот если это понятно, тоже тыкните плюсик, что на этом тоже могут ловить. Не всегда вам дают ту цепочку, на которой вы можете строить информационную РНК. Иногда это... Короче, увидите. Самое главное, чтобы на ЦТ вы так не накосячили, а до этого можно косячить. Кстати, вот на этом ЦТ, по-моему, такая фишка и была. Определите последовательность аминокислот в синтезируемом фрагменте пептида. А для этого нужна табличка генетического кода, по секрету скажу, и нужно построить комплементарную цепочку. То есть CGC это у нас будет GCG, первый триплет, GCG, второй триплет будет GUA, третий триплет будет GUU. Вот у нас получилось. А, нет, не нужна нам таблица генетического кода. Вот у нас есть три триплета или кадона. Вот это вот кадон. Кадоны находятся на информационной РНК. Дальше. Определите последовательность аминокислот в синтезированном фрагменте пептида, если... Ну, тут нужно ГЦГ найти. Вот где у нас ГЦГ? Вот, ГЦГ. Видим? Значит, здесь у нас аланин. Писать через черточку надо. Сюда пишем аланин. Черточка ставим. ГУА. Кто у нас кодирует ГУА? Вот у нас валин. Видите, ГУА. Значит, сюда записываем валин. Ставим опять черточку. Это черточка, это пептидная связь обозначается. Дальше ГУУ. Где у нас ГУУ? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не вижу. Приехали. А, потому что тут, сорян, тимин комплементарен аденину. ГАА. Вот, поторопился. Бывает. Вот ГАА – это у нас гулоглутаминовая кислота. Пишем ГУ сюда. И идем дальше. Всем понятно, что тут произошло, как это делается? Так, вот это задание интересное. Из четырех аминокислот был синтезирован пептид. Так, средняя молекулярная масса каждой аминокислоты 120. Смотрите, раз, два, три, четыре. Каждая 120, значит 120 на 4, 480. Так? И сколько воды выделилось? Три пептидные связи. Вот у нас первая пептидная связь, вторая и третья. Значит, воды выделилось 18 умножить на 3. 18 умножить на 3 сколько будет? 3 на 8 – 24. 3 на 1 – 3. И 2 – 54. Значит, 480 минус 54. В столбик тренируйтесь это все считать, отнимать. Здесь будет 6, 7 минус 5 – 2. 426. То есть как они усложнили ЦТР? Ну, то, что было раньше в А-части, они перекинули в В-части, все стало типа сложнее. 426. Тут задание. Из 6 аминокислот был синтезирован пептид. Средняя молекулярная масса 110. То есть 110 умножить на 6. Получается 660. Воды сколько будет? 18 умножить на 5. Это будет количество воды, которое выделится. Почему на 5? Потому что пептидных связей будет на одну меньше.
5 на 8 – 40. 5 на 1 – 5. И еще плюс 4 – 9. То есть 90. 160 минус 90. Отнимать надо. Не прибавлять, вода же ведь выделяется. Поэтому воду нужно отнять. 660 минус 90 получится... Сколько получится? 550. Так? Пикаем. 570. Приехали. Я уже начинаю немножечко вот это подвисать. Блин. 570. Вы меня там, если что, исправляете, что у меня там с устным счетом. Хорошо? Ну, то есть 16 минус 9 будет сколько? 7. Все. Дальше. Определите суммарное количество водородных связей. Тут давайте чуть-чуть ускоримся. Будем вот быстрее считать. Гуанин 3. Здесь 2, 2. Значит, суммарно здесь будет сколько? 3 плюс 2, 5. Плюс 2, 7. Здесь будет 9. Здесь 6 и 2, 8. Так эти нолики, если непонятно, откуда появилось 7, 9, 8. Дальше нужно просто это все дело сложить. Получается 16 плюс 8, это будет 24. Удобно, если по триплетам складывать? Вот кому удобно, тыкните плюсик, кому удобно. Так, вот это 26-е задание. Одно самое такое может показаться вам сложное. Самое интересное. Система эволюции взаимодействует. Так, значит, мутационный процесс идет постоянно. Постоянно происходит этот мутационный процесс. Значит, смотрим. Стартовая полипептид Z у организма АБВГ выполняет сходные функции. То есть есть какой-то белок, который выполняет одну функцию. Эволюционно наиболее древним является организм А. Фрагмент участка информационной РНК этого организма имеет нуклеотидную последовательность. То есть смотрите, вот эта штука, я вам прям пишу, что это информационная РНК. Эта информационная РНК будет кодировать какой-то пептид Z. Ладно, но это не суть здесь уже важна. И этот пептид у организма ему итак ему соответствует последовательность аланин, глицин, изолейцин. То есть вот это у нас аланин. Ну, короче, вот написано. Аланин, глицин, изолейцин. На что я хочу обратить ваше внимание. В результате эволюционного процесса шли какие-то мутации, но прикол в том, что аланин как остался, так и остался, изолейцин в этом пептиде как остался, так и остался. А вот посередине аминокислота, вот здесь что-то с ней происходило. Кто это видит? Тыкните плюсики. Был глицин, стал тирозин, цистеин, триптофан. И вам нужно, значит, нам нужно что сделать? Обратите внимание на вот этот триплет. Отдельно мы его выпишем. Было ГГГ. Это было ГГГ, и это был глицин. Вот он был Г. ГГ, глицин. Так, теперь что нужно просто сделать? У нас В и Г. Значит, тирозин. Это каким триплетом кодируется тирозин? Смотрим. Тир. Где у нас тир? Вы, наверное, уже нашли, а я такой сижу, туплю. Куда тирозин исчез? Блин, что за прикол такой? Во.
Вот, значит, тирозин у нас кодируется. Здесь у нас урацил, аденин, урацил, так, или же урацил, аденин, цитозин. Вот эти два триплета. Так, еще одна, внимание. Это у нас ДНК или фрагмент и РНК. То есть это и РНК. Окей. Смотрим, цистеин. Цистеин кодируется у нас, какими триплетами? Вот. Вот он. Значит, урацил, гуанин, урацил. И также урацил, гуанин, цитозин. Вот этими триплетами кодируется. И третий, триптофан пишем. Триптофан, триптофан, триптофан. Вот у нас триптофан. Он кодируется у нас чем? Урацил, гуанин, гуанин. Ну, смотрите, было ГГГ, так, стартовая точка ГГГ. Кто максимально похож? Что сначала произошла замена, да, вот, у организма Г, и стало место ГГГ, стало УГГ. Логично? Если логично, тыкаем плюсик, что это логично. Потом мы можем поменять еще один какой-то нуклеотид, да? Потому что, смотрите, организм В, вот в этой ситуации мы имеем УГГ, мы поменяем УГУ, сделаем. УГУ сделаем. Одну замену сделаем. И одну замену сделать, это проще, чем сделать сразу две замены. Потому что организма В тут уже как бы две замены. Согласны? Организм В у нас, к примеру, будет У, А, У. То есть, где третья буковка, третий нуклеотид гуанин заменился на аденин. И у нас последовательность от этого получается Г, В, В. Так, тыкайте плюсики, нолики, кому понятно, кому непонятно. То есть чисто механически надо посмотреть, как здесь что происходило. Поехали дальше. Из четырех аминокислот был синтезирован пептид. Какова молекулярная масса? Мне кажется, такое уже было. Из четырех аминокислот, и мы считали, да? Сколько мы там посчитали? Из четырех аминокислот, да. 426 не считали. Давайте я сюда запишу. Задание это потом. Удалю лишнее. 26. А это такой же? Слушайте, это такое же задание, значит, надо его тоже удалить было. Значит, ГВБ. Одна и та же аминокислота может кодироваться несколькими разными триплетами. Это про что будет говориться? Про вырожденность. Это чисто теория. Согласны? Из 11 аминокислот был синтезирован пептид. Видите, как часто спрашивают вот эти вот вещи. Значит, 11 умножить на 120. Сколько получается, если 11 умножить на 120? 103, 1320. Так, и теперь воду. 10 умножить на 18. Короче, минус 180. Нужно отнять 180. 2 минус... 12 минус 8. Сколько у нас было? 4.
2 минус 1, 1, 1140. Есть такой взгляд? Есть. Против устно даже посчитал. Магия какая. Так. Участок информационной рога имеет вот последовательность. Определите суммарное количество в нем. Вот именно здесь, в нем, пуриновых. Пуриновые – это аденин и гуанин. Сразу. Вот аденин и гуанин – это пуриновое злочистое основание. Значит, ну, пишем, считаем. Пуриновое, аденин, гуанин. Значит, гуанин – вот один. Вот два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня 11 получается. Все понятно. И вот это задание, как считать, как плавить, вы уже знаете. У вас цитозин, значит, чем больше цитозина, тем сложнее плавить. Начиная в котором молекула белка расплавится первой. Где расплавится первая? Где аденина меньше всего? О, цитозина меньше всего. Значит, первая расплавится пробирка по цифре 1, потом по циферке 3, потом по циферке 2, потом по циферке 4. Так, вроде все сделали. Давайте вместо ошибки, правильно я водородные связи посчитал или нет. Какие-то светофоры надо выбрать, подтвердить и отправить. Смотреть баллы, что у нас там есть. Где-то я что-то не то посчитал. 25 из 28. Давайте глянем. Да, водородная. Так, что я тут уже накосячил? Господи, это... А, все, смотрите, какой косяк красивый с моей стороны. Запишите последовательность нуклеотидов в транскрибируемой цепи ДНК. Прикиньте, это же и РНК, а надо было ДНК записать. Вот я накосячил, записал вот это и РНК, а вот это комплементарная цепочка ДНК. Сюда ее надо было. Берите на вооружение, что такое может быть. Так, и здесь как-то сильно быстро. Прикол. А что тут я криво посчитал? Приехали. Цитозина это у нас 30%, да? Гуанина тоже 30%. Вместе их 60%. Так? Значит, количество тимидиловых. То есть тимина с аденином у нас будет сколько? 40%. Тимина здесь будет 20. 3600 это у нас 30, а 20 это у нас X. Так? Это я что, считать не умею? 360, 2600 умножить на 20. Ну да. Что это я? А как так? Разделил на 3, получилось 1200 и не умножил на 20. На 2, вернее. Вот такой вот прикол. Называется, у меня есть оправдание, и я тороплюсь, плюс я еще вам это все дело рассказываю, поэтому когда просто решаешь, ты можешь просто тихенько сфокусироваться, решать, и все. А здесь же мне еще вам надо языком болтать, поэтому. Ну, самое главное, что вы поняли суть, и ну, здесь помните, как я писал сюда ответ по подобию, поэтому... Вот он получился. Все. Вот такие косяки. Все задачи, они реальные, они не страшные. Ваша задача просто набраться, нарешаться, набраться опыта. И будет все окей. Еще, смотрите, 5-6 ошибок. Вот 5-6 ошибок, и это 90 плюс на ЦТ. Видите? Вы можете сделать
6 ошибок, и это будет 90+. Кого радует эта новость? То есть, если вы реально накосячите в каких-то заданиях, то это не погибель. Вы напишете лучше, чем абсолютное большинство людей. 2-3 ошибки – это 95+. Поэтому все очень и очень реально. То есть мы отталкиваемся от того, что вы можете ошибаться. Все, хорошего вечера. Всем пока-пока.